Юной участнице турнира Марии Рыжовой всего 7 лет, а у нее за плечами уже множество спортивных трофеев – 6 кубков и 34 медали. Любовь к шахматам у Маши проявилась в самом раннем детстве и началась с игры в шашки. Сначала я играла много раз в шашки, мне это понравилась игра, а потом мама меня отвела в шахматный кружок, я прям со сломанной рукой пошла в шахматный кружок, потом мне эта игра понравилась, и я решила заниматься шахматами. Я хочу выиграть и получить кубок или медаль. Достигать спортивных высот теперь намного легче. В 2017 году в центре города неподалеку от сада Липки открылся шахматный клуб. Первоначально здесь располагалось летнее кафе. Но по поручению губернатора Валерия Радаева в этом месте возвели просторное, уютное здание. Прийти сюда и поиграть в шахматы может любой желающий. Сегодня сюда ходят ветераны, они играют, для них есть расписание. В городе Саратове вы не найдете такой шахматный клуб, который они государственные, но они бесплатно не принимают никого, ни ветеранов, ни детей, ни взрослых. Мы заключили договор с Министерством спорта. Если Министерство спорта дает заявку на проведение таких мероприятий, мы проводим их бесплатно. Ребятам предстоит сыграть 7 игр. Соревнования проводятся по так называемой швейцарской системе быстрых шахмат. Каждому участнику дается 12 минут. Всего в шахматном поединке сражаются 150 ребят. По словам Павла Лобыча, ежегодно приток маленьких детей в шахматы стремительный. Мы решили в целях популяризации шахмат провести серию турниров. Приходит очень много маленьких детей с молодыми родителями, которые хотят заниматься, хотят играть. А истории шахмат саратовских шахматистов пока еще не знают. И вот как бы мы совмещаем полезное с приятным. Значит, когда дети играют, им интересно, для них это праздник. И заодно, значит, они узнают, какие большие достижения у саратовских шахматистов. Сейчас мир шахмат переживает настоящий бум, говорит Павел Лобыч. Сам заслуженный тренер России подготовил 5 международных гроссмейстеров. Сейчас Саратов находится на 3-м месте после Москвы и Петербурга по количеству шахматных гениев. Нина Цапайкина, Алексей Бредихин, Саратов 24.